Значительно хуже обстоят дела у пострадавших в ДТП, которое случилось через час на 101-м километре Киевского шоссе. Оживленную трассу по пешеходному переходу переходили трое граждан Таджикистана. У перехода, пропуская пешеходов, остановились два автомобиля марки «Форд», двигавшиеся со стороны Москвы, и «Додж», следовавший со стороны Калуги по левой полосе. Однако за «Доджем» двигался груженный песком «Вольво». От сильного удара в заднюю часть «Додж» развернуло. Продолжая движение по инерции, «Вольво» выехал на встречную полосу, прямо туда, где в этот момент находились люди. Одного из пострадавших от удара отбросило в лобовое стекло «Форда», стоявшего на правой полосе. Человек доставлен в клиническую больницу номер 8 в крайне тяжелом состоянии. Второй пешеход, получивший травмы, также находится в больнице. Больше всего повезло вот этому мужчине. Ему удалось вовремя отпрыгнуть в сторону и отделаться раненой рукой. Прям фурой, да, зацепило тебя? «Форд» на левой полосе получил значительные повреждения от столкновения с «Вольво». Водителем «Вольво» оказался гражданин Молдавии, при котором не было ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни документов, подтверждающих право работать в России. Виновник аварии утверждал, что документы у него украли. Мужчина доставлен в МВД.